Ульяне и Милане всего один день. Все прошло на отлично, говорит счастливая мама двойняшек. И врачи, и условия в больнице высшего класса. Хотя происходящее вокруг с трудом осознают не только новорожденные, но и сама Елена. Видела, как рождаются малышки. Это вот буквально 1-2 минутки их достают. И они такие сразу пищащие комочки. Ну, конечно, мило все очень. Условия вполне достойные. 20-е отделение больницы имени Пирогова совсем недавно открылось после масштабного ремонта. А все 60 коек уже заняты. Капитального обновления здание ждало с 1960 года. Чтобы не создавать неудобств медикам и молодым мамам, ремонт сделали оперативно, за 4 месяца. Практически полностью отремонтирован весь корпус, от крыши до подвала, заменены все коммуникации. И мы вот имеем достаточно, как мне кажется, современное лечебное учреждение. Для мам и малышей созданы все условия. Новые душевые, приятный интерьер и необходимое оборудование. Здесь медики выхаживают и совсем крошечных детишек весом в 500-700 граммов. На ремонт и оснащение этого отделения по программе модернизации системы здравоохранения выделили около 35 миллионов рублей. За эти 2 года проведения программы модернизации мы практически все родильные отделения, которые нуждались в реконструкции или в капитальном ремонте, мы их отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием. Дополнительное оборудование к Новому году ждут и в Пироговке. Еще несколько кювезов для новорожденных и пеленальный стол. Ежедневно из этого родильного отделения больницы имени Пирогова выписывается по 10-15 малышей. А за год здесь рождается больше 3500 маленьких самарцев. Теперь первые дни их жизни будут проходить в самых комфортных условиях. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, ГИС «События».